Хей, с вами Шмики, мы, так сказать, продолжаем маленькую историю под игры Train 2 Complex Story. То есть здесь у нас есть еще маленькая дополнительная история. Heroes Return, то есть герой возвращается. Нам, короче, рассказчик говорит, типа, я расскажу вам маленькую одну историю, о возвращениях героев, которые решили, типа, одолеть, либо что типа того, гоблинов, которые работают на тьму. Адамс, Паунс и Зоя, герои тройки, возвращаются в последний раз, что типа того. Ну, я типа в прошлой серии, если вы помните, я читал эту херню. Поэтому я думаю, давайте начнем. Ну, бля, все будет на английском. Lanterns and decorations had been put up all over the town in celebration for the hero's homecoming. Герои вернулись домой. Они остановились и увидели Pontius, of course. Разруху. Look forward to having a huge feast. Our keep. The champions return, and they are thirsty. И теперь чемпион вернулся и head home to Margaret. Я должен вернуться домой в Маргет. Я не хочу больше встречать дракона. Где вообще все? Дайте посмотреть. Мы спасли принцессу. Мы одолели дракона. Гоблины идут. Защищайте детей. Да, маленькая история, так сказать. Интересно, одну серию выйдет. Бэм. And I thought I'd have a nice cup of tea and a change of clothes. Ну да, все бегут. Ладно, плевать. Стоп. Как мне вот это активировать? Хотя... Почему у меня веревка стала зеленой? А, типа катапульты. Тройка. Куда она идет? Давайте проследим и поймем, в чем проблема. Иди ты в сраку, надоел. Stupid goblins. А. Блин, а с тебя я запулить не смогу, да? Печально. Как бы это провернуть? Блин, я не пойму немножко, подождите. Невнятно, непонятно.
Ну, здесь, в принципе, можно одну поставить, чтобы залазить на нее было легче. Давайте только не клочок истории. Герои вернулись. Возвращение Пеннис... они все... Свет из Сейвери, сохранение. Попытка стик палки и... Кидни пия. Что-то яблоки, make you psych. Почему это не на русском, бля? Игра вся должна быть на русском, не? Нихера себе. Ха, серьезный настоящий готовый бекон. Да-да, бекончик такой себе. Так, сейчас мы с вами проделаем дело. Да ё-моё, ты можешь камень просто положить? А, я понял. Короче, я понял. Тут тоже вещь одну простую. Ты можешь опустить это дерьмо? Так, нет, подожди. Маленькая история, нужно закончить. Я понял. Хот. Горячо. Ладно. Не хочу заморачиваться. Не зря прокачивал кубики. Ой, блин. Так, а я чуть не сдох, я вам скажу. Поэтому как-то так. Уи!
Так, тут ничего. Ага, я понял. Maybe we should find Lady Margaret first, before we go and kick them goblins out. Never mind her right now. Откуда вообще эти гоблины? Я даже не имею представления. Looks at her the wrong way. I agree. Let's deal with these goblins first. Так. Куда я вообще плыву, интересно? А, вот сюда. И для чего? А, для очередной истории, которую я не смог прочесть. No bad, no bad. Они. Тихо, 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 тихо. Так, интересно, как мне теперь это безопасно пройти. Прошел. Ладно, чтоб теперь воздуха хватило. Плывем, плывем, мы выплываем. Ага. Окей. На эту почку залезть нельзя, вот. Добро. Баночки. Блин, а я даже не знаю тогда, куда мне идти. Но мне по-любому нужно воду просто перекрыть. О, смотрите, прикольно. Ладно, успеть. Используем все, как полагается. Сука, он не прыгнул. Нихера себе тут гоблинская армия. Так, делаем таким образом.
Бац. Бац. Так, давайте, короче, гоблины, вы, наверное, сюда свалите, вы мне мешаете. Я, чтобы не морочить себе голову, я просто сделаю мостик. Вот и все. А как бы мне тебе сделать, чтобы ты только туда стреляла? Руку тебе сломать можно? Да, нельзя. Да какого черта? Да. Так. А, все, да, походу. Вам плевать. Нихера тут рыцари сражаются. Это что, отсылка была на Властелин колец? Гоблины, они вернули. Манать. Я вообще не понимал, что делать, я просто доковал. Right. Остановитесь не сейчас же и послушайте. Мы? У нас Маргарет. Что? Амадос? Это ты? Маргарет?
О, в это чертово ты! Если вы сейчас же сдадитесь, если не будет все в порядке... Ох, конечно, я... И помните, не смейте идти за нами, либо женщина умрет. Have a nice trip to wherever. And somebody make her stay quiet. Понятно. Outsmarted by Wheeze the Goblin, the trio was flown away to distant lands by a terrifying wyvern. После посещения гоблинов трио. The wicked goblins had threatened to harm Margaret should the heroes return. Cowards! All cowards! To steal an innocent woman! A woman, anyway. The new adventure had now taken a grave turn indeed. Короче, очень Бес переживал. А гоблины третит похитили Маргарет, и Heroes, герои, вернулись. Как они вообще могли похитить девушку? Что-то она же девушка. Так, и новые приключения Taken теперь Grave Turn Indeed. Дальше нам продолжится. Ну что, тогда думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!